за победу не пьют, ребят. Здесь стоит, как у молодого. Докажите, что вы мужчины. Не повезло нам, повезло Самаре. А счет у него на майке написано. Ребятки, всем привет. Ну что, закончилась зимняя пауза в чемпионате России по футболу. Сегодня первая домашняя игра Кубани на своем стадионе. Наша команда уже две игры провела на выезде. На Кубок Зенитом проиграли 1-0. И в Казани проиграли 1-0. Сегодня первая домашняя игра с Самарскими Крылья Советами. Сразу хочу передать привет моим подписчикам Самары. Ребят, извините, конечно, сегодня буду болеть против вас. Ну, такова судьба. Нам сегодня нужнее победа, чем вам. Вот. А меня уже пацаны ждут на углу. Сейчас пойдем пивка побьем. И будем выдвигаться на стадион. Вон пацаны ждут уже. Поздоровайтесь с ребятами. Здрасте. Здрасте. Ну как надо. Слава, мне кажется, уже сам с собой, даже когда камера выключена, сам с собой уже. Ну что, подойдем? В кабак? Пойдемте в кабак. Ребятки, мы направляемся в кабак. Не стесняйтесь. Вот такая кафешка у нас тут на Северной. Здрасте. Какое пиво есть у вас? Обычный. Я необычный. Рижская. Кубанский пивовар. Прикольно. Вон цены как. Ребята, жатецкое пиво. 80 рублей. 88 рублей. Залито. Все, да? Да, держите. Сейчас будем дегустировать, кажется. Вы все разные взяли? Кубанский пивовар. Ну что, ребята, за победу не пьют? За победу не пьют, ребят. За хорошую игру. За вас. Ребят, как слышали, состав объявил этот Слуцкий на игру? Гильермо вызвали. Как вы относитесь к этому? Понятно. Еще, кстати, сегодня слышал, что как на тот чемпионат Европы, так и на этот в Обу выделят бесплатный самолет, чартер и автобус с нескольких городов России. Может. Вы там к Дмитрию полетите? Может, я так. Нет. Ну что, ребята, все, выдвигаемся на футбол и понебивать. Вот ваш мол. Погода, конечно, блядь, не футбольная. Вот я его искался. У нас обычно в феврале, как всегда, 20 градусов тепла, а как март настает, так минус 10, короче. Пробки баллов 10. Да, пробки тоже, город весь стоит, как у молодого. Потихонечку сейчас пешочком пойдем, минут 40 до футбола осталось. Стави! Все, ладно, не переключайтесь. Дальше будет интересно. Ребята, снимаю озеро. Снимаю озеро. Мы подходим к стадиону. А, ресторан или кафе Анит? Чикафе. Ну, скажем так, один из лучших ресторанов. Что? Лучший ресторан в районе стадиона. То есть тут как бы сейчас. Единственный, Слава. А, ну потому что единственный. Здесь сейчас обстановка, куча армян. Ну, нехороший тут шашлык, по крайней мере, раньше был. Давно уже тут не был. Не в качестве рекламы, конечно, стадиона. Фу, блядь, это ресторан. А мы уже подходим к северной трибуне стадиона. Сейчас будем проходить
Ну, зрителей вообще не видно. Без билета. Да, я без билета не пройду. Или пройду без билета, посмотрим. Там же щетки нарёчат. Он подсказывает. Не подсказывает. Виктор Александрович. Короче, мы уже возле стадиона. Людей вообще нет. Я чувствую, 1000-2 максимум будет. Докажите, что вы мужчины. Докажите, что вы мужчины. Людей вообще никого нет. Судья на воротах стоит. Судья на воротах стоит. Ну побежай! Блять, Карасев пидор судит. Ну побежай! Ну побежай! Но побеждай! Но побеждай! Но побеждай! Но побеждай! Но побеждай! Понеслось, понеслось. Из Самары человек 30. Все, поехали, удачи. Первый опасный момент на второй минуте. Вячеслав. Стою не Вячеслав, но Вячеслав. Хорош. Человек, блядь, умеется заснять, блядь, голевой момент, блядь. Ты снимай, когда туда, блядь, бить. Отходи, блядь. Шапкин. Ебаным кто, блядь. Футбольный менеджер такой команды. Это что? Это что? Вячеслав Екатерина. Смотри, смотри. Сильно, блядь, как обычно, блядь, руками сильно. Ну а чем он, ногами махать? За форму, блядь, чуть не забили. Первый голевой момент. Жалко. Чисто, чисто, Евгений Селеснев. Давай футбол, как в Кисловодске. С этой позиции только нас справа.
Почти, почти. Играй, играй, чисто! Не повезло нам, повезло Самаре. Как можно было не забить, я хер его знает. Да не, ну там, блядь. А куда там? А кто, Селезин? Бабул, по-моему. Селезин, Селезин. Селезин, да? Женя, давай, блядь! Блядь, ты видел, он ногой... Ты чё, блядь, глаза ебёт! В руки мяч взял, за самый сердце. Ты выкатил, блядь. Взял в руки мяч. Нам нужна сегодня победа. Танков. Да, ребят, всем привет. И пару сегодня на футболе. Да. Победа, бабы рыжий, кофе у нас есть. Кофе есть, коньячку любого не идет. Любого не пришло, коньячка. Лайк, кстати, тоже. Никогда в жизни. Да, ну нахер, ходил на Баруси. Зато 7 тысяч просмотров. 9,5 даже. Слушай, ты накручиваешь, что ли? Только на этой неделе, блядь, заходил 7 тысяч. 9,5. Кто так говно смотрит, блядь? Боруссия, блядь? Боруссия. Конечно. Армяне смотрят на Махатаряна. С детства запрашивают в Спарту, блядь. Ладно, погнали. Второй тайм. Не переключай. Ну так мы их обыграли. Обыграем. 11-2 мы их обыграем. Давайте, погнали быстрее, пока остальные не вышли. Давай, давай, давай. За них Карасев. За них Карасев, когда они в численном одинаковом количестве. Вкусный кофе? Покупайте слово украли. Команда Крылья Советов заболела корью. Главный тренер команды Крылья Советов Мартин Коттон. Ребята, ребятушки, пенальти, но наши сейчас не забьют, смотрите. Пенальти. Ребятушки, сейчас Селезнев забьет первый гол. Кстати, да, Селезнев. Сейчас Селезнев он взял мяч. Первый гол в чемпионате да. России. Клятый Бендера. Ты забьет. Селезнев. Женя, давай, Женя. Да футбол, блядь, ебать.
Поперёк, поперёк, лети! Дай ему, блядь! Она за меня, блядь! Заебал снимать, блядь, атаки в нашем роде. Я все снимаю, я честно себе. Уважаемые личности, сегодня на матче присутствует 5010 зрителей. Спасибо вам за поддержку. И я без билета, 5011. Русские вперед! Русские вперед! Да не води туда-сюда. Картинка. Русские вперед! Да не води ты туда-сюда. Картинка не едет. Лори тащит. Выноси, блядь! И в каком звании ты ушел? Ефрейтор, блядь! Ефрейтор! Ефрейтор! Сильно ефрейтор! Ефрейтор, чисто! Ты видел, блядь? Армаш дал вариться мячу штрафной, вот тебе момент. Как кое-кто меня учил, блядь, что нельзя биться мячу давай. Нихуя, блядь. Второй раз не даст пенальти. Хватит. Козёл. Нихуя. Не было, да? Не, у Бурлака было. А, у Бурлака. А, это там. А, Таранов. Таранов. Его не было. Не, если так будет подавать, не залетит. Ложись, блядь! Вчера, блядь. Простили, простили. Это звоночек, ребята, звоночек. Осталось 15 минут. Все очень напряженно. Советов забил номер 20-й, Сергей! Каретник! Еще раз Сергей! Каретник! И третий раз, с первым голом за Кубань, Сергей! Каретник! А счет у него Каретник! На майке написано. Счет матча, Кубань! 2! Крылья Совета! 2! Спасибо! Пожалуйста! А теперь 3-2, классика от Кубани, 3-2. 2-2, еще раз. Ух ты, что! Ай, бля, разберитесь! Не пас, не пас. Он просто корявый, то не пас был. Сейчас батарейка уже сядет. Вот это Беля потащил, красавчик. Беля, угол-то! Понюхал. Крылья мерзлые вообще. Простите, мои подписчики из Самары, но вы, у вас команда сегодня ни о чем. Это не просто. Подписка, блядь, минус дизлайки, блядь. Все, ребята, победа, наконец. Поздравляю всех. Участвуем. Победа. Мы еще поборемся. Мы еще останемся. Ну что, на этом мы заканчиваем наш видеорепортаж об интереснейшем матче.
До новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересно.